В Ужгороде забросали коктейлями Молотова центр закарпатских венгров. Бутылки попали в окно. Обгорел фасад здания, разбито стекло. Никто не пострадал, сотрудников в момент нападения в офисе не было. Руководитель организации Василий Брензович назвал случившееся провокацией. Он надеется, что это не повлияет на украинско-венгерские отношения. В свою очередь, глава украинского МИДа Павел Климкин в Твиттере прокомментировал нападение, цитирую, «какими бы ни были эмоции, но коктейли Молотова – это позорный путь». Тем временем МИД Венгрии требует от украинских властей гарантировать безопасность закарпатским венграм.